поэтому... Вот видите, я вас привез. А эта самочка сидит на яйцах. Смотрите, вот. Она, это краснокнижный вид журавля, а этот самец, который охраняет ее, чтобы мы туда вдруг не пошли. Все на самом деле гораздо сложнее, чем мы себе можем представить. Самочка сидит всего на двух яйцах, представляешь? Ну это здорово, что в зоопарке это не тюрьма, это место, где они не только сохраняются, но и воспроизводят себе подобных малышей. Ты хороший. Ой, смотрите, видите? Это он клюет вас. Да, видели? Вот. Ой. Это он защищает. Смотрите, это мальчик, папаша, чувствует свою ответственность. Зато она спокойно сидит, насиживая яйца. Да я вот возьму салфетку и пойду. А какая у тебя вот эта вот манишка красивая, чешуя, это как его назвать, такое бакенбарды, я даже не знаю, что у тебя там. Ты красивый, ты хороший. Ходят тут всякие, скажи, а потом яйца пропадают. Правильно. Совершенство красивое. Совершенство какое, а? А вы говорите, зоопарк, тюрьма народов. Да чтоб я так жил, в таком вольере. Ну, садитесь.